Мы находимся сейчас на Тенерифе. Это бассейны, которые называются топ-тренинг. Это центр, один из самых лучших в Европе для достижения высоких спортивных результатов. Здесь тренируются элитные спортсмены уровня олимпийских сборных. И находится этот центр на южном побережье острова Тенерифе, побережье Адыхе, здесь вот в райском месте. Сразу скажу, что сегодня 26 февраля, как всегда, здесь солнце, тепло, сегодня где-то 25-26 градусов. Можно видеть другие спортивные зоны этого комплекса, стадионы. И в 10 минутах ходьбы находятся пляжи. И здесь сейчас тренируется олимпийская сборная по плаванию. Вот, пожалуйста, тренер Игорь Тверяков. Попрошу вас дать интервью и порекомендовать читателям моего сайта это место. Что вы можете сказать о нем? Ну, вот сегодня 26 февраля, температура около 30 градусов, тепло, спортсмены очень довольны размещением и питанием. Будем говорить, это рай для спортсменов высокого класса. Поэтому приезжайте и радуйтесь. Спасибо. Большое спасибо.